Мы с вами уже рассмотрели две архитектуры нейронных сетей, которые решают достаточно сложную задачу ImageNet 1000. Сейчас мы рассмотрим с вами еще более сложные архитектуры, которые эту задачу решают еще лучше, чем те, которые были предложены немного ранее. Стоит отметить, что эти архитектуры используют несколько очень интересных трюков. Итак, в первую очередь рассмотрим блок, который называется Inception Block. Идея Inception Block состоит в том, что возможно, что мы хотим сделать не одну операцию к входу, например, в свертку, а несколько разных, и посмотреть, каков будет результат применения, например, свертки 1 на 1, например, свертки 3 на 3 ко входу, например, свертки 5 на 5 ко входу, или, например, применение операции макс-пулинга к входу в наш блок. Вот эту задачу решает Inception Block. Вот это вот то, что получается на предыдущем слое. Inception Block делает параллельно несколько операций. Во-первых, он делает какие-то свертки размером 1 на 1. Затем рассматривается вариант, когда делается сначала свертка 1 на 1, а затем делается свертка 3 на 3. Кроме того, еще можно рассмотреть вариант, когда делается сначала свертка 1 на 1, затем свертка 5 на 5. И другой вариант, когда делается макс-пулинг размером 3 на 3 со страйдом 1, затем делается свертка размером 1 на 1 и выдается результат. И после этого все результаты от всех параллельных блоков конкатенируются. Стоит отметить, что каждый из этих блоков выдает картинку, которая имеет одинаковый размер. То есть, если вот отсюда выходит картинка размером 128 на 128, значит, из всех остальных блоков тоже выходит картинка размером 128 на 128. Если, например, отсюда выходит 10 каналов, из вот этого пути выходит 20 каналов, из этого 30, а из этого снова 10, то какое количество каналов выйдет из Inception блока?